У метро Купчино на границе Московского и Фрунзенского района появятся Шекснинский и Ковжинский переулки. Они соединят Витебский и Дунайский проспекты. Пока переулки существуют только на бумаге, строительство еще не началось. На месте будущих домов – пустырь. Как пояснили в топонимической комиссии, названия выбраны не случайно, а являются плодом стройных логических рассуждений. Логика такова – наименования улиц в этом районе очень разнородные, и единственным тематическим совпадением оказались водные объекты. В окрестностях есть Дунайский проспект и Свирская улица. Ученая комиссия мысленно объединила эти две реки. Все водные объекты, которые находятся на этом пути, имеют у нас в городе название улиц или переулков. И Волжская есть, и Донской переулок, Азовский, Черноморский, Керченский, все что угодно. А нету только рек Шексна и Ковжа, которые находятся на севере России. В комиссии отметили, что для топонимики всегда есть жесткая концепция. Например, для Фрунзенского района больше характерны названия, связанные со странами бывшего социалистического содружества и Восточной Европы.